Хейл гайз, с вами Шамики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Тачки веселой гонки». Я уже давно не снимал, так как я вообще снимаю всегда видос на месяц вперед, поэтому, да, время во что-то сыграть. Игры. Вы. Ну, настроек здесь нету, поэтому разрешение я сделать никак не могу, себе немного получше. Игры. Потише тоже сделать не могу, ну посмотрим, что оно себе представляет. Игры. Погнали. Игры. Колес, автотанцы, полный бак, техос... Полный бак. Полный бак. Техосмотр у дока. Полоса препятствий. Полный зал. Колесо Луиджи. Старинные вещи Лиззи. А слушайте, давайте так, мы... Сначала нужно понять, что все идет в виде тачек, да? Колесо Луиджи. Какое колесо Луиджи? Колесо Луиджи. Даже сам чувак, который озвучивает, он начинает что-то посмеиваться. Метр-паровозик. Метр-паровозик. Трактор Родео. Самый быстрый шериф. Автотанцы. Ладно, погнали на автотанцы. Ого, Рамон, что ты тут делаешь? Мы с Фло идем на дискотеку. Так вот, решил пару танцев вспомнить. Здорово! А я тоже танцевать умею. Смотри. Да, тяжелый случай. Давай-ка отъедем за дом, а то на нас машины смотрят. Я стесняюсь. Я хорошо танцую. Но у тебя нет чувства ритма. Сейчас покажу, что значит танцевать. Слушайте, хорошо не, конечно, за дом, типа за балку. Внимательно посмотри на стрелки над Рамоном и запомни, как он танцует. Внимательно слушай ритм. Щелкать по стрелкам нужно в такт, чтобы сделать все, как Рамон. Если стрелка горит зеленым светом, все получилось просто отлично, как у Рамона. Ну, поехали. Понимаете, он просто заехал за балку и типа... Все, мы спрятались, нас никто не видит. Ладно. Все готово. Смотри и учись, амиго. А, я должен мышкой-то нажимать. Да я так могу, хоть с закрытыми глазами. Это типа 5 ошибок? Элементарно! Готов! Еще бы! Вот так, да? Ну, нифига, он перекрасился. Как в GTA-шке, знаете. Поехали. Посмотри, это действительно стильно. Что такое, приятель? Ага, отлично. Готов, еще бы. Это мало кто умеет, но у тебя получается. За ним, знаете, ну, как будто погоня там идет. О, ладно. Что такое, приятель? Да я так могу, хоть с закрытыми глазами. Посмотри, это действительно стильно. А, вон оно как надо. Ну ты даешь. Вот так вот. Я врубился. Надо удерживать кнопку мыши. На старт. Сцепление. Газ. О, и вот как это... он все красиво делает. Да я так могу, хоть с закрытыми глазами. Погнали! Ну, я крут, да? Готов! Еще бы! Да-да! Все путем! Пятый уровень с моей последней, да, получается у нас? А, да, он обратно перекрасился. Все готово. Смотри и учись!
Амиго. Да я так могу хоть закрытыми глазами. Что такое, приятель? Это мало кто умеет, но у тебя получается. Я начинаю забывать. Ну ты даешь. Похоже, я лучше. Лучший из лучших. Ладно, что дальше для Трофина? У нас новый рекорд. Так, что тут у нас? Ты же узнал секрет легенды. Какой? Нет, да, нет. Полный автотанцы. Полный бак. А что значит далее? Полный бак. Ладно, пойдемте заполним кому-то полный бак. Привет, Фло. Слушай, можно мне... Подожди минутку, милый. В обед столько клиентов, совсем с колес сбилось. Ничего, я и сам справлюсь. Я же знаю, как что работает. Что же ты раньше молчал? За работу? Во. А вот и твой первый клиент. Привет, дружище! Но... Ох, милый. Но он же ты парень, меня да? просто спас! Но он же парень. Ну что, мэтр, давай залью тебе полный бак. Попробуй. Бля, какой же двухсмысленный нахуй. Запомни порядок, в котором загораются кнопки на бензоколонке. Нажимай на кнопки в том же порядке, чтобы обслужить клиента. Для каждого следующего клиента последовательность будет немного сложнее. Окей, поехали. Первый уровень. Поехали. А, то есть, по сути, то же самое, что и там было. Вам понравится, это точно. Второй уровень. Поехали. Топливо, ну, слушайте, на дороге если, дорог. Если было там 4 третий кнопки, уровень. То теперь у нас здесь 6 кнопок. Поехали. Полный бак. А, ну хотя здесь, походу, оно не повторяется. Четвертый уровень. Одно и то же. Возможно. Все готово. Так, я забыл. Ладно, не забыл. Как знаете, я как будто в этом Скуби-Ду танцую. Сделаем все как надо, милый. Пятый уровень. Замечу, что он. Ну что? Систему охлаждения поехали. Вообще не проверял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Ой, как же их много. Бля. Их в натуре очень много.
Ой, я, кажется, перегрелся. Бля. Ой, как же их много. Банка, заливка, охлаждалка. Заливка, охлаждалка, это. Никакого самообслуживания! Все? Все как полагается! Так, фу. Отлично. Ну почти запорол. Гоп. Поздравляю, это новый рекорд. И еще один секрет легенды раскрыт. Отлично! Да. Первый уровень. А, я понял. До свидания. Точно? Да. Полный техосмотр у дока. Ну, пойдемте на техосмотр. То же самое будет. Здравствуйте, док. Вы какой-то усталый. Что поделать? Я единственный врач в городе. Мне бы помощника толкового. Да кто же согласится? Кто-нибудь обязательно согласится. Кажется, ты у нас малый свободный. Вот ты мне и поможешь. Готовься. Скоро появится первый пациент. Но, док, я же не механик. Я гонщик. Я тоже был гонщиком. Не дрейф. Нажми левую кнопку мышки. Не отпуская ее, тащи застрявшую детальку по выхлопной трубе. Чтобы положить деталь, отпусти кнопку. Деталь не скатится. Подведи мышку к левому краю экрана, и ты увидишь следующий участок трубы. Не забудь сначала отпустить все кнопки, иначе придется начинать все сначала. Постарайся не задевать стенки трубы и движущиеся детали. Если заденешь, деталька упадет на прежнее место. Я понял. Окей. Да, так я и думал. С плохим бензином пора завязывать. Так, это же свеча зажигания. Вопрос, что она делает? Вот это да! Кто себе... Зачем... Ну-ка, что тут у нас? Зачем кто-то себе создал выхлопную систему детали? Вот это задачка. Ой, ой, больно, наверное. Так-так. Так-так. Минус 2 хп. Так-так. Да. А у нас только 3 уровень. Так я и думал. С плохим бензином пора завязывать. Док! Вы ведь учились на медика? Да ладно. Вот это задачка. Так смысл? Деталь слишком большая. У него выхлопуха меньше, бля, чем деталь. Ой, больно, наверное. Ладно, давайте немного. Может, скорость... Все. Тяжелый случай. Ладно. Да. 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 Так я и думал. С плохим бензином пора завязывать. О, ну понятно. Ну понятно. Док, а вы уверены, что это надо вытаскивать? Вот что бывает, если вовремя не пройти техосмотр. Почему здесь такая тонкая трубка стала? Так, здесь, да, я 2 хпшки потратил. Вот ну, это чё задачка. Он дотронулся? Зачем он дотронулся до верха? Я что, виноват, что там пиксель торчит, блин? Раз, два, три, готово. Ладно, давайте, может быть, мышку немного скорость уменьшу. Так я и думал. С плохим бензином пора завязывать. Вот такая пусть будет скорость. О, ну так можно сказать.
Все пошло как по маслу. Мне вот интересно, вот это типа чекпоинты? Будут проблемы, заходи еще. Ну-ка, что тут у нас? Нихера себе, чувак, у тебя кишечник. Доку Хатсону все по плечу. Вот это гонка! Ну, как вы видите, у меня такая была скорость мышей, как конь я играл. Это абсолютный рекорд. Ого, тебе везет. Еще один секрет легенд. Повезло. Полоса препятствий. Ну, теперь панальная полоса препятствий. Думаю, полный сюда. Полный зал пройдем, потом вот это пройдем. И потом дальше посмотрим, что будет. Полоса препятствий. Техас. Полоса препятствий. Полоса препятствий. Привет, сержант! Как? Обращайся по уставу! Да, сэр! Так-то лучше, солдат. Ты чемпион, и ты должен тренироваться постоянно! Воспитывать силу духа и волю к победе! Ясно? Вообще-то я хотел взглянуть на твою новую трассу. Взглянуть на трассу? Отлично! Езжай за мной и готовься к худшему! Да я же... Молчать! Да, сэр! Отправляйся на старт и покажи, на что ты способен! Ну и зачем я к нему пришел? Преодолей полосу препятствий, которую подготовил сержант. Чтобы подпрыгнуть, щелкни мышкой. Некоторые препятствия слишком большие. Их нельзя перепрыгнуть, но можно объехать. Окей. Первый уровень. Все готово? Да! К-ч-тяу! К-ч-ч-ч-чяу! Да! К-ч-тяу! Дисциплина, Маквин! Дисциплина! Типа, окей. Все не так просто! Второй уровень. Ну, ведь это в натуре просто. Отлично. Я молодец. Ой, там, оказывается, сачок был, я его не заметил. Раз, два! Раз, два! Вперед! Тряска тебе не помешает. Ха-ха! Быстрее быстрого! Возможно, это ХП было. Все не так просто. Третий уровень. Отлично. Соберись, солдат! Вперед! Маквин, подожди! Время не ждет! Давай! Раз, два! Раз, два! Вперед! Да, это ХП. Отлично. Неплохо, но можно лучше. Ну, четвертый уровень. Это только четвертый. Вот не перепрыгнет. В смысле? Объезжай. Маквин, поднажми! Время не ждет! Дисциплина, Маквин! Дисциплина! Маквин, поднажми! Время не ждет!
Так, ну легче легкого. Но в глазах уже все побежало, так сказать. Давай! Раз, два! Раз, два! Я молодец! Гаечный ключ на 9. Маквин, подожди! Папичка, так сказать, оценил. Да! Кчтяу! Все не так просто! 5-й уровень. Последний. Ха-ха! Быстрее быстрого! Вперед! Я молодец! Маквин, подожди! Времени ждет! Вперед! Ха-ха! Быстрее быстрого! Давай! Раз, два! Раз, два! Пока все удачно. Дисциплина, Маквин! Дисциплина! Легче легкого! Ха-ха! Быстрее быстрого! Вперед! Давай, молния, соберись! Готов. Превосходно! Вот и всем. Блин, мне теперь лица все бежит. Новый рекорд! И еще один секрет! Какой секрет? Какой секрет? Полный зал. Ну что, полный зал — это последний тогда. Вот бы этот фильм История посмотреть. Игрушек. Говорят, там погони, взрывы, аварии. Настоящий шедевр. Той истории. Кажется, мне везет. Я первый. Надо сесть с краю. У меня встреча с мэтром, так что придется уйти раньше времени. Интересный фильм. Ну вот, я в пробке. Ничего, шериф поедет на вызов, ему дорогу уступят. Две машины — а это пробки. А я проскочу за ним и успею встретить мэтра. Ну ладно. Передвинь посетителей кинотеатра так, чтобы молния смог выехать. Машины могут двигаться только назад или вперед. У тебя не так много времени, поэтому постарайся найти самое быстрое решение. Хорошо, нам нужно... А вот и пробка. Так, а вот и мэтр. Ну что, поехали. Как выезжать-то отсюда? Алло, вот мэтр. Ух, вот мэтр. Наконец-то глоток кислорода. Вы мэтр, вот он. Куда они все берутся? Ну, заводи мотор. Знаете, это как будто я играю в этот. Покрасился. Как он называется? Свежий воздух. О, это, кстати, машина с этого, тачки Маквина. Это когда-нибудь закончится? Скуби-Ду 2, который мы играли. Ну что, поехали. Там примерно такие же головоломки. Эй, полегче! Так вот, сам Этер говорит, алло, полегче. Куда они все берутся? Все готово. Староват. Вы мне весь отдых испортили. Разойдись! У меня крюк, и я умею им пользоваться! Почему он едет? А вот и пробка. Ну, заводи мотор. Так, ладно. Все куда-то спешат, спешат. Осторожней! Ах, свежий воздух. Изи. Ну, для меня такие головоломки были всегда легкие. Это же рекорд. Абсолютно. Что, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.